Компу. Я на месте. Эти. Засуем сюда и заебись. Погнали. Сейчас сменимся в Тетризе. Пойдем жебошить. Куче. We'll be right back.
размеши. Thank you.
Thank you.
тебя загнал. Хуевая позиция. Ратышев изъясняет.
Ой, я опять выбираю. Ну, давайте с пятерки. Пятерка классика. Тысячи, извините меня. Нет, 4200. Нормально. Ой, а тайр 3 стал. Чтобы это не значило. Так, ну-ка, классик скоро попробуем. У меня с ним проблемы все время. Thank you.
конечно, вырубай. Чудо в классик, скоро никого нету. Кто бы мог подумать, что в Ранкиде может быть... Ой, в Тетризе может быть Ранкид.
кто мог подумать об этом? Шов опять. Самое прикольное, что вот в таком ранкете я не горю. Это всегда весело и забавно. То, что ебучий квейк с апексом, который на нервы только действует. Надо перейти на стрим тетрисов на полный оставить. Это вообще будет топ-контент. А вот тут сранил. Проиграл. Да блин, скорость же не такая большая, да? Че он проигрывает так быстро? Опять же, это вообще не ощущается, по сути. Непонятно.
Что там интересного дали еще? Нахер коня какая-то. Мне больше нравится гориллы. Аватарка. Так, ладно, еще немного марафона, я думаю. На моей любимой карте. Самая кайфовая карта из всех здесь. Почистим, уберем. Перестать колбаситься. Я не могу сосредоточиться. Блин, опять запрыгал.
настолько быстро начали падать Т3 минус. До 150 минут, интересно. По идее должен. Даже и больше. Спя в супер не появились. Я даже не успеваю подумать, куда мне даже не смотрю на счетчик линии, сколько там, но я думаю, что до хера уже.
даже не успеваю смотреть. Очень быстро. Мне еще на фигуры везет просто. Те, которые нужны. Ну вот тут фейл. Это может быть конец уже. Дабл-фейл. Два кубика не очень приятно. Линии ебать колоти. А у меня ж пальцы заболели. Херачи так по стрелкам. Жесть. Новый рекорд поставил. Можно посмотреть, у кого хайскор по марафону Endless? Чего, блять? Это что за читаки, блять, которые набили 137 миллионов очков? Вы чё, блять? Чё-то тут пиздежом попахивает. И смотрите, игровое время. Это 7 часов, 23 часа. Тут даже 56 миллионов, это уже, блядь, что-то запредельное. Они хотят сказать, что на такой скорости херачили без конца. До 56 миллионов. Блядь, даже в Тетрисе читаки. Я не верю, блядь, что возможно набить хотя бы лям на такой скорости. Для этого думалка нужна очень сильная. Я не верю. Это слишком нереально. Как мне кажется. Дежом попахивает. Мне прям интересно, есть ли на ютубе какой-нибудь чел, который бы это показал? Чё-то лампа трясется. Не трясись. Не бойся, не трясись. Не тот марафон играют все, я что-то смотрю. Не то, что я и... Не этот марафон они играют.
они играют. Сейчас скажу. Задров. Это не для меня такой Тетрис жесткий. Что мне там дали интересного? Птеродактил. Ой, ебать, я буду летающая пирамида. Круто. Вон UFO поприкольнее. Точки я вот только понять не могу.
есть тупик. Бля, кстати, вспомнил такую угарную игру после этой фразы. Называется The Typing of the Dead. Я, блядь, помню, так с ней ссался, блядь, от смеха. Когда в школе еще учился я. Это, короче, типа клавиатурный тренажер, но там нужно убивать зомби посредством печатания у них на груди всяких тупых фраз, типа Who stole my spoon? Или там I'm going to shop to buy some cookies или что-то такое. То есть, ну, короче, когда их на русский пытаешься перевести, это такая ржака. Мне, кстати, интересно, эта игра в Steam есть? Я бы, может, ее даже на стрим попроходил бы, кстати, топ-контент был бы. Тем более, что я печатать очень быстро умею. У меня в среднем скорость 600 знаков в минуту. А есть какая-то, но она что-то как-то по-другому выглядит. Не так, как то, что я видел. Какой-то оверкил. Там был просто the typing of the dead. Что-то не то. Там была как бы, она была как бы сырая, но она была угарно сделана этим. Там, блядь, актерская озвучка, это просто топ, блядь, усраться можно. Да я думаю, многие застали. Году так в 2005, может. Где-то так. Это не то, она как-то по-другому выглядит. Тут какая-то 3D-игра еще с аниме-телками. Сиду, вот это. Утро какой-то. Нарисован 3D-телки с зомбями пиздится. Вот это топ-контент, я понимаю. Да, определенно надо брать. Это топ-контент. Блять, я вам сейчас просто покажу экран сейчас. Ой, это бан. Короче, вы поняли. Блять. Ну, если мне хуйнут бан на Твиче, то сорян. Блять.
Да, все анимешники долбоебы. К сожалению. Что-то я залипать начал. Начали с Tapic of the Dead, закончили какой-то хентайной поебенью в 3D. Так, ладно. Короче. Дело идет к ночи. Блин, еще проблема в том, что я не поспал ни хера сегодня. Я все 23 февраля проспал. Просто я лег ночью часа в 2 часа. И проспал в итоге с 2 до 11. Короче, 19 часов я спал. В итоге я все утро проторчал, еще играл перед работой. И вот сейчас меня уже крыть начинает потихонечку. Что не есть хорошо, потому что я сейчас пойду в квач и буду просто отсасывать всем подряд. С заглотом. Вот это вся проблема. Буду пассивно, значит, играть. Шкериться. Эшкериться. Эшкериться. Я роняю запад. О, я роняю запад. Надеюсь, меня за эту хуйню не забанят на стриме. Опача. А Quake-то не работает, блядь, нихуя себе. Вот это поворот. Первый раз такое вижу. Неужели началось? Америкосы нам обрубили Quake Champions. Службы недоступны. О май гад. А как же теперь играть в эту мертвую помойку? Steam пока работает. Что радует? Пока что. Да ладно, я угораю, это никак не связано. Я читал, что они сейчас свой Bethesda лаунчер закрывают и полностью перейдут на Steam лаунчер. То есть игра будет не фоном запускаться через Bethesda лаунчер, а через напрямую через Steam. Там какие-то проблемы у них с ним были. Возможно, из-за этого. И поэтому сейчас игра и не работает. Скорее всего. Так оно и есть. Возможно, как раз это из-за перехода на полностью Steam. Ну, сейчас проверим, есть кто-нибудь играющий.
Смотрим. Да, у всех такая же проблема. А, стопэ. Че, сегодня патч выходит новый? Разве он не в конце сезона должен быть? Ну-ка, чекнем. А, вот тут челы пишут в отзывах. Загрузил 30-гигабайтный апдейт. Блять, 30 гигабайт, что они туда напихали? Сайт говорит, сервера упали на некоторое время. Ну, я и говорю, это они сейчас патч, что ли, решили добавить, я так понял. Обычно же в конце сезона добавляют. Блять, что они туда напихали 30 гига? Или это просто игра перекачивается заново вся полностью? Что-то непонятное происходит. Так, чекнем. Может, где-то в интернете написано. А, вот, что, блядь, у них в Твиттере написано. Ёпта, я ж Твиттер не читаю, я русский, зачем мне это? Ладно, надеюсь, за эту небезобидную шутку мне тоже бан не дадут, а то я уже напиздел на 3 бана, как минимум. Кому нахуй мой канал нужен? Так, завтра, 24 февраля, 10 АМ ЕТ. Что такое АМ ЕТ? Хуй его знает. Коик будет... что-то там, ля-ля-ля. Для обслуживания нашего... Для развертывания нашего... Зимнего обновления.
позову кое-кого. Найдем их всех. Какой ужас. Я не выхожу за рамки. Я ломаю их. Доверьтесь чутью и одержите победу. Вы боитесь меня, легенды? Победа за лишь тех, кто достаточно силен. В простом бою есть своя чистая добродетель. Скрестим же оружие в бойне. А вот спрей может. Спиздил и ушел. Перезаряжаю! Щит пробит!
Блин, надо. Не хватает. С подставы. Почти у нас, Амигос. Просто руку протянуть. Тебе стоило бежать, пока была возможность. Кончились лёгкие боеприпасы. Палец-то, блядь. Меня стреляют. Секунду. У нас все получится. Меня стреляют.
голос и думал, падает. Опять читер раз какой-то, блядь. Перезаряжаю. Все попадает он, блядь. Да, иду сюда! Тебе стоило бежать, пока была возможность. Прыгает, блядь. Это хуйня на Эш. Дресня, блядь. Я сейчас вырублю просто нахуй с этого, с массива. Да, с массива определенно. Вот так вот не присаживался. Потуще жопин дает. Дрочит присядку. Материал. Там враг. Сканирую. Блять, где вы два придурка-то, блять? Я вырубил врага. Перезаряжаю. Нужно перезарядить. Пошел. Перезаряжаю. Короче, еще ешь присядку, не опять. Блять, как вот сдохнуто нахуй вдвоем так. А, это ебанько на алмазе, я понял. Ничья. Они равны по силам. Че, может во все тяжкие пойти взять неистовство? А почему бы, собственно, и нет? Тут самое одно получается, мне один килл, у всех 4. Граната.
Убейте врага. Нет, слишком жирно будет. А вот так, в принципе, сойдет. Ошибка, и ты ошибся. Дрочера в присядку. Впечатляет. А теперь еще разок. Ну, а там ситуация Quake Champions. Надо посмотреть. Чё-то пока не работает. Если пошли Quake Live, конечно, с онлайн поднимется у него. Куэй-куэй встанет с колен, наконец. Не только звуковой барьер. Ебать, колотить мастера против нас классно. Найс подборка. Чем их убивать? Мы летим на самую вершину, крошка. Ведомый, что ли, взять. Но это все равно проел в любом случае будет. Нахуй сменщик взять лучше. Баночку с пепси. Ты сможешь. Просто все время смотри перед собой. И наверх. Одновременно. И все будет в порядке. Хуя он что творит. Нашел цель. Минус
парочка врагов. Щит тому противнику. Перезаряжаю. Что? Легкие, по-моему. Надеюсь, вы готовы. Не дайте им захватить инициативу. Сменщиков играет. Сменщику. Птичка заходит на посадку. Говорят, если сядет на тебя, то это к удаче. Интересно, много просмотров наберет? Здесь аккумулятор щита. Перезаряжаю щиты. Я припасы. По мне открыли огонь, друзья. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Мастеров что-то нелегко убирают. Щены, небось. Купили иконку, чтобы все срались. Типа, ебать, какие они жесткие, но с ними играть не буду. Делали пись-пись в штаны. Страшно вырубать. Хочу обратиться ко всем фанатам, которые меня смотрят. Здорово, братва! Завтра утром проснуться с болью в горле. Погнали! Что-то явно они на мастеров не тянут. Так, ящик, давайте сюда. Это что такое, блять? Что это за анимешный скин на Октана? У меня столько скинов на Октана теперь охренеть. Хоть каждый день меняй. Че это за дичь? Нет, так-то не очень, конечно. Все-таки вот этот лучше всех. Пока что. Ну что мне дадут там? Нихуя. Что, глаз третий? Не, металлы неплохо. В
принципе, этого все равно не хватит, чтобы скрасить легендарную шмотку, но все же. Тоже неплохо. У меня уж почти на каждое оружие есть легендарные скины, так что мне это в принципе не надо уже. Я все жду ведомый, когда появится с часиками. Один из лучших просто, я считаю. Лучше уже не сделают. Ну вот это вообще срань полная, мне кажется. Вот можно было какую-нибудь эрку намутить, но они, по-моему, все говнище какое-то. Вот разве что вот это вот. Но она 2400 стоит. Вот это прикольно. Но она тоже 2400 стоит. Вот это тоже прикольно. На цивента все они сюда добавили, но. Где 2400 еще на все это? Написали на R301, R301, блядь, гениально. Гении. Просто. Гении мысли, отцы русской пиздократии. Ладно, не буду на эту тему шутить. Все такие толерантные. Один я нетолерантный какой-то. Раз вы сделали правильный выбор. Сегодня мы с вами прекрасно проведем время. Я готов. Надеюсь, я такой не один. Я буду биться, как и мои собратья до меня. Начинайте, легенды. Все подготовились, прихорошились. Теперь давайте окрасим все в красный цвет. Чё тебя трясёт? Чё не с глазами? Ты чё? Первый раунд. Активируй прыжковый модуль. Использую крюк. Нашла. Вижу там врага. Нашла материалы. Показался враг. Взяла, что... Не стреляю по мне.
заряжаю. Надо. Меня стреляют. Физично. Так, а что мы возьмем, чтобы выживать? Ну, по классике, я думаю. Пойдем. И поцелуй на память. Оставляю свою подпись в качестве привета врагам. Прыжковый модуль готов. Здесь кто-то есть. Приготовиться, тут рядом враг. Там враг. Интересно, что он нашел? Начинаю фазу. Здесь аккумулятор. Огонь, друзья. По мне стреляют. Меня стреляют. Я в нокауте. О, блядь, он прикинулся. Ебать. Лол, я думал, он в нокауте, а он просто присел, типа. Блядь, вот это нахуй гений из игры. Блядь, просто 200 IQ, нахуй. Переиграл уничтожил, как говорится. Я в ахуе с такого маневра. Я, блядь, даже не понял, я думал, он в нокауте валяется. А он, сука, просто присел, блядь. Такого скина хуй поймешь. Перезаряжаю. Не, под огнём, гляди-ка, материал. Перезаряжаю свои щиты. Я залетел. Здесь, я под обстрелом. Здесь аккумулятор щита. Здесь аптечка. Перезаряжаю. Перезаряжаю щиты. Бросаю крюк.
фига, что вытворяет с этой палкой она. Еще 600 билетиков до последнего ящика. Шампиньон. За меня играет. Наверное, из Quake точно. Судя по нему, опять кто. Бузова рейв. Каждый твой выбор меняет весь что мир. Что с зубами, что они сделали? Кольцо штука несложная, но вот сложностей с ним... у меня в голове это звучит. А можно позже все это бла-бла-бла? Я уже готов! Кончились тяжелые боеприпасы. Хочу обратиться ко всем. Кончились тяжелые боеприпасы. Интересно, много просмотров? Прибыл ящик с припасами. Перезаряжаю. Первый раунд всегда такие.
Чего не с лицом-то? Хотели бы себе такую тёлку? Амигос. Вижу цель. Припасы на подходе. Я там кого-то заметил. Припасы на подходе. Они стреляют. Да еще и в меня. Высылаю приманку. Вражеский щит пробит. Меня стреляют. Один. Перезаряжаю щиты. Нужно перезарядить щиты. Щит злодея поврежден. Рядом враг. Высылаю приманку. Перезаряжаю. Кадр. Третий раунд. Выявите их изъяны. Попробую отвлечь их приманкой. Приманка меня прикроет. Здесь аккумулятор щита. Подобрала кое-какие материалы. Припасы на подходе. Быстро планируйте следующий ход. Припасы на подходе. Меня заметили. Я под обстрелом. Перезаряжаю щиты. Щиты. Высылаю приманку. Стоп. Я не знаю, что происходит. Может, пойдем туда? Понял. Четвертый раунд. Все быстрее. Слейте все силы. Надо прикрывать нашу няшечку рыбу, а то она умирает первой все время. Припасы, шикарно! У нас не само. Давайте проверим, что здесь. Неважно. Вижу врага. Так грамотно обходим вот сзади. Зарежу. Да ёпт.
меньше всех урона, но при этом меня больше всех убийств. Элпой. Вступаю в бой. Даешь разводилова. Я под огнем! Сейчас как рванет! Пойдем сюда. Меня стреляют. Вражеские противники. Припасы. Не упустите их. Разведите! Щит плохого парня поврежден. Перезаряжайся. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Этих войны. Долго эти арены идут, прям как КБ. По 20 каждая. Пока себе говнецо. Ничего нового. Что вообще в КБ неохота? Занавливайся. Так, какова у нас ситуация по куче? Не работает до сих пор, да? Вау. Так, ладно. Сейчас пойду перекурю. Добьем калибровку на аренах и... Я, наверное, в Pocket League пойду. Чуть-чуть по гамме, потом жрать. Уже что-то жрать хочется прям. Ща прыгну.
Сейчас начнется веселье. Пора нам с вами побеждать. Воины, судьба на нашей стороне. Жесткие челы. Вперед. Докажите, что вы достойны. В простом бою есть своя чистая добродетель. Скрестим же оружие в бойне. Знак в память об этом мгновении. Чтобы все знали, какой я крутой. Первый раунд. Одержите победу любой ценой. Нормально. Поражение дышит вам в
Привет. Знак в память об этом мгновении. Давайте посмотрим, что... Да они, блядь, бегут все время. Надо кольцо наоборот держать, они просто бегут по краю. А, ну хотя так тоже может, в принципе. Гранаты выглядят солиднее, чем... У меня не забалуешь, это уж точно. Пойдемте сюда. Четвертый раунд. Ладно. Соберите все силы. Роботочек, который крюк не использует, принято. Тоже странно. Ну, детишки, кто хочет подарочек? Сканирую. Враги, по мне открыто. Мне надо... И там Скотти сломан. Сука, блядь. Ах ты сука. Ах ты сука, лакерная, блядь. Такая взяла, блядь, просто в наглую передо мной, блядь. И заряжала дальше, и похуй вообще. Ну, блядь, ладно. Такая сука лакерная на Валькирии, это пиздец. Просто, блядь, стояла в наглую и дальше заряжала щит, блядь. Я хуи, блядь, ну ты тварь, конечно, блядь. На тебе за это, блядь, телепорта, сука. Вонючая задротская хуйня, блядь, на гейпаде. А, я, оказывается, 8 матчей выиграл. Не, 7. Забей.
Какая просто лакерная падла. Стоит и заряжает в наглую, блять. Жесть. Я бы убил, если бы у меня патроны не кончились просто. За наглость бы наказал. Не успел перезарядиться. Такая, блять, локерная чмошка, конечно. И стоит, ладно, блядь, спокойно так. Сегодня мы познаем наш путь. Знаешь, все всегда смотрят по сторонам, но никто не смотрит наверх. Им же хуже. О, толковый будет бой. Чё, на бесполезный Wi-Fi? Чё, сейчас стандартно скинул. Летим на самую вершину, крошка. Дайте птичке спокойно сесть. Минус парочка. Крылья активированы. Секунду, надо подлечиться. Включены. Блять, за это просто. Ой, блять. Как тебе, сука, повезло, бля. Ну пизда тебе, блять. Сука лакерная, блять. На хуйня на джойстике, блять. Стамер. Крылья активированы. Yeah.
огнем. Я под огнем. Ну хуйня на Валькирии. Изотри, выпускаю ракеты. Перезаряжаю щиты. Нам летят припасы. Совет от... Хватать их не стоит. Ебать, она там на одну хп была, че угорайте, блять, как вы ее не убили-то? Матч близится к концу. Не сдавайтесь. Выпускаем когти, народ. Они берут очко и все кончено. Урона у меня 23-108. Найс, Тима. Найс, играешь, как говорится. Полагаете, вы знаете, как... Крылья активированы. Найс, играешь. Команда нубасов, блять. У нас есть победитель. Убивайтесь триумфом легенды. Завтра вам снова предстоит сразиться. Просто, блядь, такие днища. Нет, мне не понравился этот матч, потому что за меня два днища играло. А мне поебучки дали. Кулаком, блять. Самый важный момент. Я сейчас буду мстить, блядь. Я не умею ждать и не буду. Таких же вещи. Ко мне, воины! Да не покинет вас сила в бою. Пора выигрывать, а для этого хорошо бы остаться в живых. Нет, такие же нищие 12-47 уровень. Найс баланс. Скрестим же оружие в бойне.
себе вот на САПК. А, нет. Найстрай, блять, он ничего не сделал, Найстрай. Так играет. Классика. Ч
получилось? Как же это долго? Подзаряжу щиты. Уёбков стаки надо банить, блядь, в ранкеде, чтобы они не ходили вместе. Ещё бронза. Всем друзьям расскажу, как я добрался до серебра. Офигеть! Всем расскажу, пойду. Хоть и бронзы, но там спасибо. Кое-что уже. Короче, все, хватит с меня попикса. Так, немножко коробки тыльки погоняем. И я отрубаюсь. Кое-как я уж, наверное, не пойду, даже если он работает. Какова там ситуация? А, уже все играют. Работает. Что там, новую патч-то выкатили? Интересно. Midwinter update. Так, посмотрим. Update cards. Типа Embrace, ля-ля-ля, мелкие эти. Чемпион апдейта. Квача повысили. С 75 до 100. В говно уменьшили бычка. Наконец-то его будут меньше брать. Что радует. Вот это ботов, ля-ля-ля, античит апдейт. Че, это все что ли, блядь? Даже карты новые? Пиздец. Блядь, обновление ни о чем, нахуй. И ради этого они игру вырубали? Пиздец. Да. Зря надеялся на что-то. Это был тухлый номер.
Я бы дважды дал пас, который можно было 100% забить. Ну и хуля. Нища. Куча работы, ты что? Да я в курсе уже. Я уже чекнул. Я уже сейчас не пойду, уже поздно. Я сейчас чуть-чуть уроки поиграю и пожрать пойду. Может потом? Чуть-чуть без стрима, так может, в принципе. Но меня уж что-то рубит, я не хочу его сливать еще больше. Лучше на завтра это оставить уж.
хватает толка по всему.
Идите со своими стаками в пизду. Нахуй эту игру со стаками в пизду. Долбоёбы анимешные нахуй не нужны. Короче, ладно. Тогда закончим на этом. Короче, пойду отдыхать и жрать. Всё. Всем пока.